Я сам одиночек здесь, у меня нахожусь город Антверпен, гуляю, сегодня очень солнечно, солнечная погода, смотрите, как у нас тут красиво. Такие дела, смотрите, город во всей красе, это не центр города, окраина, не окраина, вот исторический центр города. Я хочу вам показать Феликс, я иду туда, Феликс. Феликс, видите, это дорога, это под Феликс, я вот, это штат Антверпен, город Антверпен, это под Феликс, тут очень интересно, открыта она, закрыта, я не знаю, она открыта, видите, старинное здание, это лет 500, если не больше, смотрите. Раньше были магазины всякие, вот эти богатые люди. Как это пассажи по-нашему, вот так. Видите, исторически все. Стеклянная крыша. Вот дверь. Какие-то мастерские. Тут было вот это какое-то, как купцы, вот это. Очень красиво. Вот это старинное. Это город Антверпен сохранил. Смотрите. Ну, называется, вот рядом с Энтрепотка, вот Феликс. Смотрите. Какое-то колесо раньше не туда, наверх, вот так. Смотрите, как они наверх, это какие-то мастерские рабочих. И вот видите, вот это устройство, они туда наверх могли спокойно, видите, там подвесной кран. Вот такой подвесной, вот, все вот так поднимали вверх. Но это здание очень огромное, этажи 5-6, смотрите, этажи 5-6. Мне кажется, масштаб города был очень высокий, большой. Видите, это старинное, тут ничего не переделано. Двери старые, вот снизу новые представили. Сюда можно как-то зайти, посмотреть, наверное. Как-нибудь уедем. Как-нибудь, мама. Да, не высокий, видите? Вон там лестница. Вот это экран. Навесной экран. Кто понимает? Видите, переход одного здания в другому, видите, как красиво. Почему сейчас вот так не строят люди? Тоже непонятно. Ну вот как-нибудь надо собрать, ведь туда спуск, подниматься, спускаться. Это, наверное, скорее всего, надо. Ремонт идет. Карточку города купить и все. Вот это уже, вот об этой стороне вы видите порт Антверпен. Это такой. Я вышел с Энтрепотка, алло, Антверпен. Вот такой. Это тут река. Кому интересно, ну тут такой. Тут идет ремонт, после ремонта будет шикарно. Тут очень старинное вот это здание, да, лет 500. Но это сам район, лет 500, я тоже тут проживаю, этот район. Оно историческое, 500, 1500 и вот такие года. Это все.
Тут еще рядом есть огромный магазин, супермаркет. Не супермаркет, старинный. Что там они? Клоше, что-то такое. Так, как это? По-нашему. Французский клоше. Это масштабное здание, 6-7-этажное, огромное, представляете, 500 лет тому назад, или 300 лет тому назад, такие здания. Ну, Феликс, вы знаете, вот этот трамвай, не трамвай, а автобус 17-й, который от центрального стейшн, централ стейшн, бус 17, вот она, конечно, остановка, видите? Last stop one, bus 17, Central Station. Феликс, идем дальше, сейчас посмотрим. Вот этот транспорт. Сегодня шикарная погода. Погода от меня. С удовольствием можно погулять. С удовольствием погуляться. Сейчас идем дальше. Тут бульвар, очень красиво. Очень красиво, прекрасно. Все чинно, все как положено. Асфальтированная дорога, шикарная. Вот мы бы вот это здание, Феликс, оно историческое. Хотя кирпичом, вот, кажется. Кирпич, лет 200 здесь здание будет, если не 300. Вот это вся историческая. Много, видите, тоже. Раньше такие дома строили. Вот это красивое место, к сожалению, надо ставить. Это дорога новая у нас, видите, отметка. Идем дальше. Короче, это улица Переулок. Такой. Кому заинтересует, генерал. Вот такая улица. Это Falcon Plain Port называется, это район, вот эти дома, это уже Falcon Plain Port называется, смотрите, Крестоземная, как они называются, я не знаю, сейчас посмотрим, смотрите, красивые цветы, да, вот сейчас, на фоне этой красоты мы вам и сделаем. Такой. Тут дома частные, люди имеют собственные. Тут квартиры вот будут, вот тут это частные дома. Видите? Ну, это не сейчас, Кость. Сейчас такие дома не купишь, видите? Как красиво внутри. Такие дома сейчас не раньше, наверное, покупались. Сейчас тут миллион евро в дом стоит, наверное. Это Falcon Port, сторон. Дальше сейчас они поднимаются куда-то.
Окленд-порт. Раньше был красивый мест, сейчас застраивается дома. Следующая застройка. Надеюсь, меня они не хотят. Тут вырыт котлован. Уже 2 года как. Вот стены, видите, старинные стены, старинные вот эти. Какие-то подземные, я не знаю, что это у них. Это везде, по всему городу вот так. Везде, по всему городу, видите, вот эти каменные вот эти стены. Вот это хотелось бы узнать, что это такое, почему именно вот тут под землей. Вы знаете, какие деньги тратить? Тут 13 числа выборы у нас. Ой, бедного кандидата замазали. Вот такое. Это такая улочка. Сейчас мы, конечно, там в стороне, может туда пойти, не знаю. Песен Плейн вон там. Окон Рейх, видите? Окон Рейх. У нас погода хорошая. Вот каменный джунгли хорошо. Все очень узкие такие. Узкие улочки, вот эти все дома частные. Вот эти квартиры, все квартирные там. Они скупают частные, потом строят квартиры. Вот это сейчас новое будет тут тоже, скорее всего, здание. Это уже квартиры будут. Вот видите, кто как хочет ездить. Тут, скорее всего, тут тоже дом будет, потому что синий они оставили. Видите? И там тоже загрузка. А это раньше было красивое место Falcon Plain. Сзади, в ту сторону Falcon Plain. Сейчас застраивается. Дома застроены красиво. Falcon Port. Вот, видите, часть. Вот раньше было только вот это один дом вот так ширину построен. И людям показалось, что они вообще схватили удачу за хвост. Но там оказалось, это не сам конец. Они потом выстроили вот этот, видите, дополнительно построили ту сторону, эту сторону, вот этот дом. Тоже они достроили. Видите, новое здание. И человек попал, вот видите, казалось бы, огромный сад, все, как парк он был раньше. Вот такие дела, так что вот эти частные дома, люди, мне кажется, они дизайнерские дома, а мне вот так кажется, или это не так, я не знаю. Вот такое, давайте, пока-пока.